Арина, доброе утро. Погода сегодня пасмурная, дождь идет на улице. Вот в такое время спится очень сладко. Но мне кажется, вот у кого-то сегодня пробуждение будет яркое. Расскажи, пожалуйста, у кого? Доброе утро, Катя. Доброе утро, Никита. Мы сегодня будем продавца цветов. А вот кто будить будет его, вот это хороший вопрос. Почему мы стоим на карусели? Да потому что у нас сегодня будут головокружительные побудки. А будить своего друга у нас сегодня будет суперкоманда. Дай бог мне памяти, чтобы я всех представила. Это мистер Икс, Рахман, мистер Хан, Дмитрич, капитан Мята. Или нет, не Мята. Персонаж Марсель. Вот смотрите, почти всех упомнила. Это знаменитые рэперы из команды «Зеленый синдром». Друзья, почему зеленый? Вы за Greenpeace? Greenpeace, да? Конечно. Мы просто стараемся сохранять свежий подход к творчеству. Потому что мы «Зеленый синдром», потому что мы свежие. Угу. Как огурчики, да? Так точно. Так, а вы почему считаете, почему «Зеленый синдром»? Такое же, да, мнение? Цвет зеленый, вечно молодой, вечно молодые, вечно на позитиве. Но мы будем сегодня отнюдь не рэпера, а вашего друга, который продает цветы. Кстати, цветы тоже зеленые, тоже синдром, да? Разного цвета бывает. Согласна, согласна. Но стебель в любом случае зеленый. И да. Сегодня мы будем пестик. Парня, которого зовут как? Месье Жуэль. Месье Жуэль. То есть он тоже все-таки в тусовке, как я понимаю. Почему мы его будем? Почему мы решили будить его именно сегодня, в такой ранний час, в такой день? Почему? Почему? Ну, на это много причин. Во-первых, мы будем сегодня Жуэля, потому что его надо сегодня разбудить, потому что он должен вставать пораньше, поскольку у него скоро родится ребенок, и ему надо привыкать вставать раньше, чем обычно. Это первая причина. Привыкать к такому режиму. Так, да. Первая причина – это ребенок. Дальше, а вторая? Да, вторая – то, что надо уже, пора у него забрать цветы для детских садов. У нас наступает сезон утренников в детских садах, и нам нужно всем преподавателям, всем воспитателям принести цветы, да, потому что он у нас цветы развозит. Вот, разбудим его и поедем за цветочками. Может быть, сначала съездим за цветочками, а потом его разбудим? Не вопрос. Посмотрим. Так, ваше мнение, Рахман, да? Нет, Дмитрич. Дмитрич. Так, мне еще все-таки предстоит запомнить всех этих товарищей. Как будем будить? Какие есть идеи? Ну, мы зайдем тихонечко и зачитаем ему хорошую песенку с утра, чтобы он проснулся и начал этот день с рэпа. Хорошие ноты. С рэпа, с рэпки. Так, ну давайте, раз уж я с вами еще не общалась, ваши впечатления. Как вы думаете, у нас все получится? Не будет ли он агрессивно настроен? Будет ли он нам рад? Или все-таки он будет больше в шоке и проклянет нас всех? Если будет агрессивно настроен, мы его скрутим, я думаю. Но я думаю, он позитивный человек. Месье Жуэль продает цветы. Мне кажется, это хорошее утро, когда к тебе приходят друзья. Конечно. И читают тебе рэп, позитивную в конце концов. Позитивную песню будем исполнять, да. Друзья, у нас очередные побудки в прямом эфире. Каждый четверг мы будем незнакомых нам людей. И в этот раз мы будем будить прекрасного человека, да еще и с такой бандой. И мне кажется, что у нас все сегодня будет хорошо. Оставайтесь вместе с нами. Через 20 минут вы сами увидите все своими глазами. Передаю слово нашим ведущим. Так точно. Арина, доброе утро еще раз. Ну что же, кульминационный момент сегодняшнего утра. Расскажи, пожалуйста, ребята специально сочинили песню к сегодняшнему такому дню? Доброе утро. Нет, на самом деле, это заготовка для всех тех, кто только что к нам присоединился. Я напомню, что мы сегодня будем парня по имени Месье Жуэль. Мы говорим шепотом, потому что его квартира находится прямо там, она уже немножко приоткрыта, и мы уже готовы его будить. А будить его сегодня будут кто? Дмитрич, персонаж Марс. Рахман. Мистерикс. Зеленый. Как вы понимаете, все очень серьезно, поэтому давайте двигаться уже к квартире и будить товарища, который занимается продажей цветов. Всю эту акцию организовали его друзья для того, чтобы разбудить его в прямом эфире, потому что совсем скоро у него родится ребенок и не будет возможности уже организовать подобные мероприятия. Обратите внимание на кота, который не понимает, что происходит. Ах, как сладко спится этому парню, месье Жуэль. Он еще не знает, что его ждет. Сейчас узнает. Ладно. И калифорний ветер прокачивает зал, даже если ты не знал. Теперь ты тоже узнал. Коронный трюк на этот раз демонстрирую вам. Всем, кто на чистоте, даже тем, кто вам.
То есть невозможно никак, они пускают свои корни, будто дикий сорняк. Из глубин подземелья, впитав радость и боль, на этом месте сейчас Майк взят под контроль. И слушает то, что ему по душе, торчат наушники из ушей. Это нормально же, в печальном одиночестве не на кураже. Каждый слушает то, что ему по душе, торчат наушники из ушей. Это нормально же, в печальном одиночестве или на кураже. Доброе утро, месье Жиль, я поздравляю вас. Разбудили в прямом эфире. Прямо сейчас на вас смотрит весь город. Что вы можете сказать этим людям? Доброе утро, Питер. Мы рады, что к вам этим утром пришли все ваши друзья. Конечно, неожиданно. Ржевка переместилась. Вы понимаете, что все они приехали сюда только с одной целью – разбудить вас этим утром? Да. Приятно это, да, согласитесь? Очень неожиданно. Вы знаете, мы знаем, что вы у нас продаете цветы, и мы, собственно, собственноручно собрали вот этот вот букетик самодельных цветочков для того, чтобы подарить его вам. Вы обычно дарите людям цветы. Сегодня цветы получаете вы сами. Спасибо. Приятненько. Спасибо. Спасибо. Пожелайте, пожалуйста, всем зрителям чего-нибудь доброго и хорошего. Мне очень нравится ваша реакция. Они все так реагируют. Все обычно просыпаются и не понимают, что происходит. Что можете пожелать вы? Всем добра, солнечного хип-хопа. Побольше позитива. Побольше позитива. Чувачки, мэр, зачитай. Я не готов. Ничего, ничего. Друзья, все остальное останется за кадром. Передаю слово нашим ведущим. У нас сегодня все было на рэпе, на хип-хопе. Спасибо всем. Спасибо всем Рахманычу, Дмитриевичу, всем и капитану Мята. Всем спасибо. Все молодцы. Спасибо, Арина. Да, чудесная команда. Вот как хорошо иметь друзей-музыкантов. Тогда твое утро может начаться музыкально и причем под любимую композицию. Я в этом не сомневаюсь. Спасибо тебе огромное.